Всем привет, Кэп у микрофона. В этом коротком ролике я покажу, как легко убить тролля в Stoneshard за пироманта. Пиромант — это очень простой, интересный и неприхотливый освоение класс, играть которым одно удовольствие. Изначально у меня была задумка максимально забыть своего пироманта по Магурону, при этом не сильно приседая в мане. Но где-то на 4-й час игры мне стало лень, и я решил, что пора остановиться на том, что есть, и пойти уже напнуть тролля. Что я имел по итогу к этому моменту? Отсутствие маг-оружия, сет, собранный с упором на силу заклинаний. Надо сказать, что не самый топовый сет, с довольно посредственными зачарованиями. Можно было собрать намного лучше, но мне была лень, да и отсутствие нужного шмота у торговцев сделали свое грязное дело. По итогу имеем 7 левел, сила магии 185%, сила пиромантии еще более скромной 20%, 120 хп и 200 маны на 7 уровне. Из статов вкачивал живучесть и волю один к одному, на монопол и силу магии соответственно. В целом, можно вполне упороться полностью в волю для максимального урона магии, а запас маны добрать зачарованием шмота и бижутерии. Скиллы. По скиллам обязательно берем фаерболы, пассивку подать жару для настакивания горения, кольцо пламени для гарантированного поджога и снижения сопротивления горения на 40%, сожжение и обязательно для него пассивка ожоги, которая снижает сопротивление горению на 15% на 30 ходов за одно применение. А остальное же было взято просто для комфортного сжигания толп врагов и фарма денег. Во время боя стараемся держаться на расстоянии двух клеток от тролля, попутно поддерживая стаки горения на нем. Горение само по себе довольно читерное, с учетом того, что оно увеличивает кулдаун скиллов в два раза, так что тролль теперь вряд ли сможет сесть на реген больше двух раз за весь бой. В остальном же попиваем зелье, стакаем фаербол и наслаждаемся горением жирной жопы тролля. Дальше дело техники. Тролль убит, забираем лут и бежим в город за наградой. Вы великолепны. Получаем у бургомистра в награду на выбор одну из предтоповых пушек или же 2000 монет и продолжаем ожидать появления новых крутых боссов в игре или же какого-то другого нового контента. И еще, в теории, при должном везении и запасе хилок, вполне можно убивать тролля пиромантом 1-2 левела даже в реалиях текущего патча. Но нужно будет немножко запариться, и это точно получится не с первого раза. Подпишитесь на канал, оставляйте свои комментарии, ставьте палец вверх, и до скорой встречи на стримах. Был Кэп? Был Кэп? Да? Утка. Да, утка тоже. Да, утка тоже.